Ну что, добрый вечер, лидеры, добрый вечер, неравнодушные люди, те, кто нашли время и в пятницу вечером пришли на наш вебинар. Как говорится, плюс 100-500 в вашу карму, потому что пятничный вечер, скажем, такой активный вечер, и мы привыкли не расслабляться, а проводить время с пользой. Поэтому у нас каждую пятницу будут вот такие вебинары по нашему проекту «Wellness-прокачка». Для тех, кто уже знает, что такое wellness-прокачка, для тех, кто уже участвует в нашем проекте. Сегодня, ну, скажем, будет повторение пройденного и заново освещены условия. Вот если вы знаете, что такое wellness-прокачка и уже включились в проект, поставьте, пожалуйста, семерочки. Вот посмотрим, сколько нас уже в нашем проекте. Отлично! Здорово! Здорово, хорошо. Итак, друзья, на сегодня я ничего не буду говорить о продукции нашей Wellness. Я думаю, что достаточно у нас есть литературы, достаточно у нас есть видеороликов для того, чтобы вы узнали, что такое Wellness, что это за замечательная продукция. Да, понятно, конечно, 7 плюс 7, Ирина Васильевна и Петр Петрович, это понятно, это сразу видно. Здорово, и очень приятно, что к нам включаются не только отдельно консультанты, да, а к нам включаются еще целыми семейными парами, потому что семейными парами прививать привычки, мне кажется, намного интереснее, приятнее и продуктивнее, правда? Когда одна жена в семье что-то пытается поменять, привычки питания, возможно, там физическую активность, это гораздо сложнее. А вот когда вместе супруги берутся за дело, вот это, конечно, результат однозначно налицо, и результат гораздо быстрее наступает. Что, друзья, я вкратце сегодня расскажу о нашем проекте «Wellness-прокачка», и хочу сказать, что вы все знаете, наверняка все знаете, если не знаете, то узнаете о том, что совсем недавно компания запустила просто масштабный проект, который называется Wellness-прокачка. Этот проект, вот такой, скажем, пилотный, он уже прошел, и сейчас мы только наблюдаем в видео, в различных советах именно с того времени, с того проекта, который запускала компания совсем недавно. 12 дней, 10 участников, в том числе 2 человека из Беларуси, посещали этот проект, были в этом проекте, да, курировали проектом 3 эксперта, эксперт по фитнесу, эксперт по правильному питанию и эксперт-психолог именно по коммуникациям и общению. И вот эти 3 эксперта обучали своим навыкам, обучали своим каким-то новым знаниям, новым фишкам, которые можно применить на практике, вот этих 10 участников. И, как я уже говорила, и 2 из этих участников были из нашей Белоруссии, остальные были из других стран СНГ. Это все проходило на Рублевке в Москве 12 дней. И сейчас наша задача этот проект перенести к себе, скажем, внедрить в свою жизнь, да, но не за 12 дней, потому что это был такой экспресс-проект, а на 12 недель, потому что именно 12 недель нужно для того, чтобы изменить свою жизнь, начать с позитивных изменений в своей жизни. Ну и вот я чуть-чуть подробнее дальше остановлюсь, что же это за проект, вообще что от него можно ожидать. Итак, что касается нашей команды, друзья, мы тоже запустили wellness-прокачку и уже начали работать над этим проектом, но если вы еще не включились, никогда не поздно, я поэтому и поставила вопросительный знак, потому что участников может быть гораздо больше. И если вы будете присоединяться по ходу, будет тоже хорошо. Ну, не все сразу стартуют, да, кто-то попозже об этом узнает. Тоже 3 эксперта, те же 3 звездные эксперта, которые давали свои знания и проводили тренинги для наших участников, да, wellness-прокачки общей, мы сможем с вами наблюдать за ними, использовать их фишки, использовать их советы. Это все снято, это все красиво обработано и ждет своего времени, когда, ну, нам дозированно будут выделять вот эти вот знания, вот эти дозированно выделять какую-то информацию, чтобы мы с вами успели переварить и успели, ну, внедрить в свою жизнь. У нас будет 12 вебинаров, посвященных интенсивной wellness-прокачке, так как мы с вами все из разных городов, поэтому мы с вами имеем возможность пока встречаться только онлайн. Я думаю, что и надеюсь, что будем встречаться с вами не только онлайн, но и в жизни встретимся и познакомимся со всеми вами. Ну, а так как я уже затронула, что мы с вами из разных городов, давайте, пожалуйста, здесь поприветствуем друг дружку и напишем, из какого вы города или поселочка пришли сегодня к нам на вебинар. Вот будет интересно посмотреть, какая география у нас.
Отлично, Брест. Я тоже передаю привет из города Бреста, Барановичи, Сино, Витебская область пошла, Гродненская область, Слоним, здорово. Отлично. Витебск, видите, как здорово. Брест и Витебск, две, скажем, области, которые, ну вот, прям друг напротив дружки, две граничащие, не друг с дружкой, да, а... Ага, Марина Горка, прекрасно. Ну, то есть, видите, как здорово, что у нас с вами есть интернет, как здорово, что мы с вами можем, Барановичи, ну, конечно, здорово. Ну, и хочу сказать, что Амалия только что написала в скайпе, Амалия у нас уехала на Украину, она на вебинаре, к сожалению, не может присутствовать, очень ждет записи, передает всем привет. Так что привет еще из Украины тоже косвенно. И 12 недель мы будем работать над собой, работать над тем, чтобы изменить, чтобы достигнуть своей цели, потому что цель у каждого человека будет своя. Нельзя сказать, что для всех наших участников будет какая-то одна цель. Одна цель будет в том, чтобы внести в свою жизнь как можно больше позитива, хороших, полезных привычек. Но вот дальше я вам расскажу, для кого этот проект, да? То есть для кого этот проект может быть для вас однозначно? Потому что я думаю, что каждый узнает здесь себя. Этот проект может быть для тех, кто хочет постройнеть. Этот проект может быть для тех, кто хочет, наоборот, набрать вес. Этот проект может быть для того, кто хочет подкачаться. То есть, если у вас именно цель как-то изменить свою физическую форму, здорово, этот проект для вас, потому что в одиночку заниматься, ну, совершенствованием, скажем, своей фигуры, это, конечно, тяжело. Не все всегда поддерживают, и не всегда найдешь целую команду тех, кто поддержит, да, а когда это делается в группе, когда это делается на виду, и когда это делается с, скажем, с отчетностью какой-то, ну, как-то вот все это делают, мне уже стыдно не делать, это как раз и дает тоже больший результат. Также этот проект просто для того, кто сейчас в нормальной форме, но хочет поддержать свой вес и дальше, потому что вы знаете, что если собой не заниматься и пустить все на самотек, то это тоже ни к чему хорошему не приведет, поэтому для тех, кто просто хочет поддержать свою форму, насытить себя энергией, улучшить свое здоровье, улучшить свое самочувствие, вот именно для вас наш проект. Поэтому, если вы еще не включились, обязательно включайтесь, ничего сложного здесь нет, про условия я чуть-чуть позже скажу. Итак, зачем мне этот проект? Вот если вы задаете такой вопрос, ну хорошо, ну хочу я там, не знаю, похудеть, ну хочу я там подкачаться, ну вообще, ну зачем мне этот проект? Смотрите, если у вас есть привычки неправильно питаться, возможно, вы любите фастфуд, возможно, вы грешите сладеньким, возможно, вы, не знаю, кушаете на ночь, прям наедаетесь или еще чего-то, потому что у многих есть такие привычки изредка, да, но как-то вот нарушать питание. Как раз-таки для этого, для того, чтобы привить хорошие, правильные привычки в питании, этот проект нам тоже нужен, потому что мы с вами послушаем советы грамотного специалиста по правильному питанию, мы с вами будем обмениваться очень вкусными, полезными рецептами, мы будем говорить про правильный завтрак, вот, и не только завтрак, и это все будет, я думаю, очень здорово и полезно абсолютно для каждого человека. Дальше, зачем мне этот проект, посмотрите на другую картинку, для тех людей, кто говорит, мне не хватает времени, а вот я не могу, а вот я не успеваю, а вот мне вот, и вот если есть такие вопросы, как раз-таки этот проект просто поможет немножко больше уделить время самодисциплине, самоорганизации, начать ценить и распределять правильно, грамотно свое время, и, конечно, этот проект поможет вам сделать режим, прям записать режим и следовать ему, потому что режим у нас у каждого тоже свой, но когда есть ответственность друг перед дружкой, да, в целой группе, конечно, уже никто не отступает от этого режима, поэтому я думаю, уже даже эти два пункта очень полезны, ну, участие в проекте очень полезно. Дальше посмотрите, пожалуйста. Этот проект нужен для того, чтобы побороться с ленью. Потому что, может быть, кто-то себе не признается, да, но кому-то действительно просто лень. Иногда лень от безысходности, лень от того, что, ну, не знаю, все такие и так далее. Так вот, если вам лень, тяжело побороть лень, если нет рядом активных людей. А когда включаешься в команду людей, которые горят, которые активные, которые к чему-то стремятся, которые будут зажигать вас своей энергией, у вас лень пропадет. Вот поэтому этот проект нужен еще и для этого. Когда вместе команда работает, это всегда здорово, мы обмениваемся своими энергиями. Да? И этот проект нужен еще и для общения.
Не скажу, что всем не хватает общения, нет, но, может быть, есть мамочки в декрете, да, которым действительно, ну, не хватает общения, хочется хоть как-то пообщаться, особенно, когда где-то детки отдохнули, и пусть общение бывает виртуальное, но это тоже хорошо, да, а кому-то не хватает, действительно, возможно, единомышленников в плане правильного питания, в плане поддержания своей формы, ну, не все у нас друзья и знакомые такие же, как мы, правда, поэтому общение – это тоже важная часть нашей жизни, и этот проект нам нужен еще и для того, чтобы пообщаться, набраться опытом, обменяться, посмотреть, как живут другие люди, да, чем они питаются, как они поддерживают свою физическую форму, порадоваться за них, что-то перенять для себя. Вот именно для этого нам нужен наш проект. Что еще хочу вам сказать, друзья? Поэтому, если вы пришли сюда, не только на этот вебинар, если вы вообще пришли в компанию Reflame, за здоровьем, если вы хотите поправить или сохранить свое здоровье, за позитивом, вы позитивные, активные, хотите с такими же людьми общаться, вы пришли за хорошим и правильным общением, вы пришли сюда, чтобы подружиться с командой, да, чтобы стать друзьями и чтобы почувствовать себя частью команды, и вы пришли сюда за успехом, вы хотите узнать, что такое wellness, как эта продукция работает, работает, хотите попробовать ее на себе и тем самым развить свой бизнес, тогда вам точно просто необходимо включаться в этот проект, проект wellness-прокачки. Потому что все известные команды, все известные лидеры, они включаются в такие проекты, и вы, я думаю, что и на канале YouTube, и где-нибудь в социальных сетях, я думаю, что будете видеть еще не раз, потому что мы только-только начинаем проект или хэштег wellness-прокачка, и будете знать, что это люди, которые пришли за здоровьем, за позитивом, да, за общением, за командой и так далее, за развитием своего бизнеса. Что еще хотела я вам сказать, друзья? Есть еще такой вопрос, что я получу от этого проекта? Вот если вы задумываетесь, да? Что мы все вместе получим от этого проекта? Во-первых, мы получим навыки здорового образа жизни, потому что теория – это одно, а практика – это совершенно другое. Теории нам будут давать эксперты, а мы уже будем внедрять это в практику, делиться тем, как вы поддерживаете здоровый образ жизни именно в своей жизни, потому что все мы разные, предпочтения у нас тоже разные. Это, конечно, достижение своей цели для тех, кто не сойдет с дистанции, потому что знаете, что любой спортсмен чем ценен? Тем, что он никогда не сходит с дистанции и, несмотря на какие-то препятствия, преодолевает эту дистанцию, да? Точно так же и лидер. Лидер тоже познается в таких ситуациях, когда он и стартует правильно, и продолжает двигаться, и несмотря ни на что, несмотря на то, что, возможно, где-то что-то не получается, он не сходит с дистанции. Поэтому для тех, кто не сойдет с дистанции, обязательно достигнет своей цели. Ну а цель, как я уже говорила немножко раньше, она будет для каждого своя, да? Каждый пропишет здесь свои цели. Мы поделимся рецептами правильного питания. Причем теми рецептами, которые делаем сами. Мне кажется, это тоже очень здорово. Мы с вами сможем привить себе правильные привычки. Вредных привычек кругом везде хватает. И тут и учиться не надо, да? А вот правильные привычки нужно действительно прививать. И вот у нас есть время 12 недель, для того, чтобы мы с вами эти привычки смогли применить, и просто они вошли в привычку. То есть потом мы даже сможем не задумываться, что нам делать, как нам делать и когда. У нас просто выработается режим, и это будет просто вашим стилем жизни. Мы с вами, конечно, сможем получить навыки экономии семейного бюджета, потому что будем с вами правильно учиться ходить в супермаркет и покупать правильную еду. Я думаю, что это будет очень полезно, потому что, может быть, кто-то еще ходит в магазин и смотрит, ну, не смотрит на состав. Вот будем учиться разбираться с вами в продуктах и отличать полезное от вредного, да, хотя на первый взгляд те продукты, которые кажутся полезными, они не всегда полезны. Это, конечно, общение и, конечно же, признание, потому что я знаю, что по итогам 12 недель будут те люди, которые покажут супер результаты, и, конечно, их ждет признание от нашей команды, мы ждем наших героев и уверены, что у каждого человека та цель, которую они поставили, они обязательно ее достигнут. Ну и хочу сказать, друзья, что нужно для того, чтобы принять участие в нашем проекте именно в wellness-прокачке. Во-первых, да, быть в наших командах, это понятное дело. То есть, если кто-то у вас заинтересуется, однозначно регистрируйте его в свою команду, приглашайте человека, и сможем дальше продолжать участвовать вместе с вашими друзьями, знакомыми в wellness-прокачке. Второе условие. Нужно быть участником скайп-чата wellness-прокачка. У нас есть отдельный скайп-чат, мы туда приглашаем только тех, кто вступил в проект и готов дальше с нами развиваться.
не просто зрителей, а тех, кто участвует в этом проекте и отдает свое время и делится тоже своим опытом. Третье – это иметь подписку на wellness. У нас есть подписка Life Plus, которая называется «Твоя жизненная энергия». Вот великолепные продукты, которые мы очень любим и применяем в своей жизни. Это наш, скажем, здоровый завтрак, это вкуснейший белковый коктейль протеиновый и wellness pack. Это полезные натуральные витаминки для всей семьи, отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Дальше нужно выполнять еженедельные задания. Вот нужно, честно признаюсь, мне самой нужно с этим построже, потому что, готовясь к этому проекту, не все еще успели сделать, но нужно делать обязательно. Будем следить друг перед дружкой, давать обещания, будем его выполнять. А нам нужно сделать замеры. Замеры мы делаем какие? Если у вас есть возможность попасть и взвеситься на весы Танита, здорово, значит, мы взвешиваемся на весах Танита и берем, вот у нас таких 10 замеров есть. Вот, кому интересно, мы в скайп-чате все поделились своими результатами, и каждую неделю будем эти результаты следить. Плюс еще замеры не только наши, это процент жира, процент воды, мышечная масса, индекс массы тела и так далее, висцеральный жир, но еще такие замеры. Нужно взять метр и померить себя. Нужно померить объем груди, объем талии, да, объем бедер, отдельно объем рук вот здесь, отдельно объем ног. Да, дальше отдельно еще объем запястий. Объем запястья. Вот это все просто померить нужно, записать. Объясню для чего, потому что вы знаете, что фигура может меняться, вес может, в принципе, оставаться на одном месте, но в объемах человек может значительно изменяться. Это все зависит от того, скажем, от качественного состава вашего тела, потому что жир может уходить, а мышечная масса нарастать, вес будет на одной волне, да, а качественно состав вашего тела поменяется. Вот, дальше что нам нужно? Нам нужно дневничок, где вести свои полезные привычки. Конечно, участие в чате, быть не просто зрителем, но и делиться своим опытом. А если у вас есть желание изменить свою фигуру, то, конечно, лучше всего сделать фото до и потом фото после. Потому что я знаю, что если есть цель как-то изменить фигуру, кому-то подкачать пресс, да, у кого-то, возможно, там скинуть пару лишних килограмм, кому-то просто подкачать свои мышцы, да, мускулатуру, здорово будет фото до и после, сможете по своим замерам и по фотографиям потом показывать свои результаты. Вот, и еще видео со своей историей на одну минутку. Это видео можно записать на телефон, на обычную веб-камеру, то есть не обязательно какое-то там специальное оборудование. На одну минуточку видео, где вы должны ответить на 4 вопроса. Вопроса. Да, Марина, лучше в одежде. Если не стесняетесь, можно в купальнике. Я думаю, что, ну, то есть, смотрите, конечно, либо в обтягивающей одежде. Вот, ну, хотя я думаю, что у Марины фигура, ой-ой-ой, просто, я не знаю, точеная, так что насчет фигуры даже не знаю, какую цель вы будете себе ставить, да-да. Вот, поэтому смотрите видео, у кого где-то что-то не получается, пишите, спрашивайте совета, либо какой программкой записывать, либо еще что, не стесняйтесь, у нас wellness-чат для этого и нужен. Вот, и я даже могу предложить записать видео минутку, а потом мы сможем сделать всей нашей команды видео такое сборная, вот по типу того, как делали вот официально wellness-прокачка, мы тоже можем вот так вот перемешать, будет интереснее смотреть. Итак, для чего я на проекте? То есть каждый должен поставить себе цель. А кто-то, возможно, для кого-то просто набраться новых знаний, да, кто-то что-то там изменить фигуру и так далее. То есть у каждого будет своя цель. Каковы мои слабости? Обязательно нужно написать про слабости, проанализировать себя со стороны, что я жду от проекта. И каких результатов я хочу достичь? Вот это видео записать, скинуть нам, здорово, вот это вот будет задание. И плюс еще, нужно быть активным в социальных сетях, потому что мы продвигаем движение wellness, это движение здоровья, это, ну, очень хорошая, позитивная вещь. Поэтому лучше всего, если у вас будет отдельная группа, связанная с wellness, вот, и, конечно, делать какие-то, размещать посты в социальных сетях, лично о том, что вы там кушаете, как вы занимаетесь физической активностью и так далее, и вообще про о wellness-движении, о wellness-направлении. То есть вот такие условия участия в wellness-прокачке. Ну и последнее, что я хотела бы сказать, друзья, минчане. В чат я уже тоже выбрасывала эту информацию. Минчанам, конечно, повезло, сегодня у нас минчан-то и нету, да, Амалия уехала, но тем не менее я тоже расскажу.
Что-то у меня презентация не хочет открываться. Вот она. А вот эти участники, это наши участники wellness-прокачки, которая была в Москве, Илья Павловец и Ирина Иванова. Они в субботу, по субботам в Парке Победы в Минске в 9:00 проводят такую супер-wellness-разминку. Абсолютно бесплатно для всех желающих. Ну и пишут, что с собой, конечно, брать форму кроссовки, воду и гимнастический коврик. Вот. Поэтому здорово, можно приходить, можно объединяться. Я думаю, что тоже интересно на природе, пока еще позволяет погода, вот так прокачаться по полной вместе с ними. Вот, друзья, что я хотела сказать о нашем проекте. И сегодня я хочу с удовольствием вас познакомить, если кто-то еще не знаком, со своими вышестоящими спонсорами, с теми людьми, кто познакомил меня не только с Oriflame, но познакомил меня именно с продукцией Wellness. Потому что продукция Wellness для меня была немножко странной, а я не знала, не понимала, зачем людям нужны витамины, честно, не понимала раньше. Я не понимала вообще важность белка в нашей жизни, и вообще зачем коктейли пить, и что завтракать раз надо, чай попил и пошел, или кофе попил и пошел. Так вот, очень хочу вас познакомить с Ириной Васильевной Евтушок и с Петром Петровичем Евтушок. Это семейная пара, это наши вышестоящие спонсоры в Oriflame, лидеры из города Барановичи, поэтому я с огромным удовольствием хочу предоставить им слово. Думаю, что они нам расскажут и о проекте, о том, как сами решились, как они живут в стиле wellness. Думаю, что это будет очень-очень интересно. Ну что, Ирина Васильевна, если вы готовы, поставьте, пожалуйста, плюсик, я тогда передам вам слово. Все, плюсик пошел, сейчас я дам вам слово. Приглашаю вас к диалогу. Добрый всем вечер. Нас видно. Добрый вечер. Нас слышно. У нас сегодня идет дождь, и поэтому мы так видим, что немножечко видео тормозит. Вот, но думаю, что нас хорошо слышно, вижу, что слышно. Еще раз добрый вечер. Да, мы семейная пара. У нас так принято, что в семье, что мы за здоровый образ жизни. Но это было далеко не всегда так, потому что, ну, в общем-то, в наших семьях, в которых мы выросли, очень было даже здорово, когда каждый вечер на гарнир подавалась жареная картошка, обязательно были по воскресеньям драники и все остальное. С салом и с луком, точно. Вот, ну и, конечно, в общем-то, ну, мы даже не задумывались о том, что нужно пить витамины, что есть какие-то белковые действительно коктейли. Ну и, честно говоря, мы никогда, ну, не были, ну, теми, наверное, такими инициаторами спортивных клубов. Мы были всегда такие люди занятые, люди в бизнесе, и поэтому нам некогда было, у нас просто времени не было на то, чтобы заниматься, ну, именно вот таким ну, спортом, тренажерами и так далее. Чуть-чуть Ирина обманывает. У меня, конечно, находилось время иногда и в волейбол поиграть с друзьями, и в футбол, но как, это было все как бы все любительски и раз-два в неделю. Я не считаю, что это было системой. Ага. Ясно. Ну, да, действительно, это так. И знаете, ну, открою тайну, да, мне 49 лет. Неполных 53. Да. Ну, и знаете, наверное, когда приближается вот такой возраст 50, то, в общем-то, в нашей семье 50 – это, ну, такой есть девиз о том, что все только начинается, да? Вот. Конечно, ой, продолжай, да, перелистни слайд, потому что действительно, наверное, когда Петру Петровичу нашему исполнилось, нашему главе семейства 50, то
в общем-то, наверное, с этого все и началось. Да? Ну, я дам слово Петровичу, потому что, да, он сейчас будет рассказывать свою историю. Он немножко удивлен, потому что сегодня, честно говоря, ну, в общем-то, мы выступаем первый раз, у нас семейный бизнес, но вот такое выступление у нас сегодня, в общем-то, можно нам поаплодировать, у нас сегодня дебют. Вот. Конечно, мы сегодня хотели рассказать о том, с чего вообще началось именно, ну, как бы обращение к своему здоровью, да. Вот вы на этом слайде видите о том, что, да, действительно, я, Петровича день рождения, когда ему исполнилось 50, в общем-то, я пригласила, да, вот таких вот двух очаровательных врачей, вот, и они протестировали его здоровье, и, в общем-то, прямо на юбилее сказали ему о том, что у вас все здорово и замечательно, вот, но если не обратить внимание на свое здоровье, то, в принципе, ну, можно как-то вот, да. И сейчас я передаю слово. Ну, это все, конечно, было шуточно, вот. В свои 50 я резко изменил, можно сказать, жизнь. Не только в бизнесе изменил, во-первых, но и в голове что-то поменялось у меня. Но считал себя здоровым человеком, в принципе. Чувствовал себя замечательно. Но однажды супруга меня пригласила с моим хорошим другом к себе в офис на весы, как... Весы Танита, да? Там не Танита, наверное. Ну, были весы не Танита, но... Не было еще у нас весов своих Танита, вот. И взвесился я на этих чудо-весах и ушел мрачнее тучи. Никому ничего не говоря. Потом уже рассказал, что и жира многовато, воды маловато. Но самое больше меня убило, мой биологический возраст показал 62 года, а мне было 51, да? Да. Вот. Вот это меня больше всего убило. Во мне, как говорится, что-то щелкнуло в сознании. Wellness, как бы, я практически не знал еще, не верил в него, скажем, как бы Ирина мне не пыталась рассказывать, хотя и сама она немножко была, как говорится, не очень дружила с ним. Вот. Поэтому пришлось изменить привычки просто. Привычки в питании, привычки, как говорится, в повседневной жизни. Вот. Ну, в принципе, оно пошло на пользу. У меня просто изменился вес. С изменением привычек я как бы нехотя, но начал пить омегу детскую и попытался как бы, немножко вольтовал, как говорится, попивал витаминчики. Вот. Но уже через год, когда я приехал из Москвы, взвесился на весах, у меня показатели оказывается, положительные. Я поверил в этот продукт. Вот. Начал пить коктейль еще дополнительно. И мой контрольное взвешивание показало, значит, все в норме. И больше всего меня успокоил биологический возраст 46 лет. Вот. Поэтому на сегодняшний день, конечно, wellness-продукт для меня это, я бы даже сказал, панацея от всех болезней, потому что у меня пропал мой хронический бронхит дополнительно, ногти мои исправились, они были всегда в таких белых пятнах, наверное, стал еще более кучерявый, и седина вообще пропала. Поэтому... Я добавлю, знаете, вот еще раз вернувшись Петровича день рождения, когда, в общем-то, его, ну, друзья, наши друзья, они в таком же возрасте, там, 50+, и когда, вот, в общем-то, пришли поздравлять его и вышли такие
пятидесятники, да, вот, они все были практически с животиками, да, вот знаете, такие животики, которые там пивные. Вот, ну, пивные животики, почему-то все были очень такие седоватые, седовласые, вот, и на, по сравнению, на уровне всех остальных, да, вот, ну, его приглашенных, мой супруг выглядел вау, вот, в общем-то, мальчик-колокольчик, вот, но, видите, все-таки, когда ты понимаешь, что иногда бывает так, что ты сидишь в этих розовых очках и думаешь, ой, ну, я же вот такой, ну, вообще вот, ну, крутой, да, или крутая, у меня все замечательно, все здорово, но когда ты действительно встаешь на весы Танита, и ты понимаешь, что вот оказывается, вот они вот показывают тебе, что вот здесь вот воды маловато, а здесь вот видите, для моего супруга вот именно возраст, который показали весы, был именно той вот этой птичкой, да, которая как бы, ну, сказала о том, что ага, задуматься нужно о том, что в принципе, да, ты снаружи вот такой красавец, перец такой, да, вот, а в принципе вот организм, ну, как бы настроен и вот на такой возраст. Поэтому, знаете, мой вам совет, да, у тех, у кого есть вторые половинки, ну, найдите, пожалуйста, подход к своим супругам, потому что, ну, друзьям. И друзьям, да, ну, прежде всего родным. К супругам и родным, чтобы... Именно, ну, они встали на эти весы, и вы, главное, пока правильно показали им и рассказали, что именно вот здесь вот, да, ну, нужно обратить внимание. Тем более, что у нас есть такой уникальный шведский тест от шведских врачей, где не вы рассказываете, что, где у них там что-то, ну, над чем надо поработать, а вот именно, ну, как бы... специалисты и люди, которые знают, ну, свое дело. Конечно, вот фотографии, которые вы видите, рассказывают о том, что последнее время мы действительно, ну, мы всегда питались одной едой, да, вот там показано о том, что мой супруг любит очень рыбалку, он любит готовить рыбу, уху у нас готовит только Петрович, вот, и мы вместе, ну, то есть занимаемся таким, ну, можно сказать, в принципе, ну, активным образом жизни, и вот фотографии, которые вы видите, это сколько здесь температура воды была и воздуха, то есть купание, ну, наверное, плюс 18 всего лишь было, а меньше даже, да, меньше, а мы вот купались, вот. И, ну, вот, Петрович, он бегает, а я хожу скандинавской ходьбой. Но у нас немножко мы потом в процессе нашей wellness-прокачки мы расскажем о том, ну, как мы вообще проводим именно семейные наши wellness-тренировки. Вот, а сейчас я просто хотела бы немножечко рассказать вам о том, ну, как я принимала решение, что для меня значит вот этот вот... для нас, значит, для меня, значит, этот проект. Но в первую очередь, конечно, я как старший золотой директор, как топ-30 Орифлейм Беларусь, не могу стоять в стороне от тех проектов, которые компания готовит. И, конечно же, знаете, MLM-бизнес, он очень шикарный в плане каком? В плане таком, что компания за нас очень-очень много делает. Нам только просто нужно взять это в свои руки, да, и притворить, вернее, преподнести и рассказать нашим командам, нашим клиентам, нашим лояльным клиентам. И, в общем-то, это наша прямая непосредственная обязанность. Потому что я не забываю говорить всем, что компания Reflame – это очень щедрая компания, и она за рекламу, за продвижение платит нам деньги. Кто хочет зарабатывать деньги в Reflame, кто зарабатывает эти деньги? Вот, ну, хотел бы больше зарабатывать? Поставьте, ну, восклицательные знаки, наверное. Угу, есть такие. Хорошо, здорово, Оль, молодец, да, вот, ну, вот видите, впереди, как правило, обычно директора, да, вот,
директора хорошо зарабатывают, но, видите, они знают, что бриллиантовые директора гораздо больше зарабатывают. Кстати, хочу сказать, что вот принять решение о том, да, вот на первой фотографии я сдаюсь в этот проект. Вы знаете, я не всегда была публичной человеком, я, в принципе, хочу сказать, что для меня тоже, ну, есть определенные сложности, я даже еще не подала заявку в проект в Беларуси на wellness-прокачку, потому что, ну, как бы, думаю, как я вообще буду себя вести перед камерами и так далее, но я приняла решение о том, что это... Да, спасибо, Оля, я думаю, мне сегодня ночь переспать с этим решением. И, конечно же, у нас в нашем офисе есть лесотонита, есть обязательно, мы все учимся взвешивать, и мы учимся тому, чтобы профессионально рассказывать о проекте wellness-прокачка. Конечно, самое важное, да, для себя, каждый должен решить и понять, прочувствовать, для чего вам нужен этот проект. Вот я могу сказать, что для меня в личном плане проект, значит, снижение веса. Ну, я, честно говоря, никогда не была толстушкой, вот, но, ну, как любая девочка, как любая барышня, всегда, ну, в общем-то, есть, понимаю, что есть над чем поработать, и, ну, этот проект для меня, это тоже хорошая такая подспорье, да, вот, ну, как я уже говорила, мне 49 лет, но через полгода, вот, у меня будет 50-летие, вот, и мне хочется свой день рождения, свой юбилей отметить и одеть то платье, которое я хочу, в общем-то, выглядеть на все 200, вот, и поэтому я буду работать над тем, чтобы снизить вес и, конечно же, сформировать так тело свое, которое, ну, как я хочу. Вы знаете, я была из тех людей, которые wellness-продукции не доверяли. Ну, почему? Не доверяла, почему? Потому что был опыт употребления БАДов другой компании, и, в общем-то, мне, ну, как бы это было не совсем хорошо. И, но я, как директор, обязательно, конечно же, изучала wellness-продукцию. И я из разряда тех людей, которые доверяют, но проверяют, да? И я, чтобы удостовериться в том, насколько продукция wellness мне, ну, вообще вот дает возможность, ну, самой употреблять, рассказывать людям, да, я не врач, я по профессии бухгалтер, вот. И я съездила в Эгилёсу. Могу так сказать, что в Эгилёсу попасть очень сложно, и нам очень здорово повезло, потому что наш вышестоящий, всех наш вышестоящий спонсор, это Анна Павловна Ахумьян, это старший президент в компании «Орифлейм», она живет в Москве и в Твери, и она каждый год организовывает такие конференции, они называются «Мы вместе». И вот такая конференция была именно в Швецию, в Стокгольм и в Эгилёсу. Поэтому, если вас интересуют вопросы вообще, ну, как и что, то я могу вам сказать, что я лично знакома со Стикстеном, я прошла у него курсы, у меня есть сертификат, и я могу вам профессионально сказать о том, достоверно сказать о том, что этой продукции стоит доверять, и в ней, ну, действительно клиника есть, и Стикстен – это тот человек, который не просто там какой-то коммерсант и так далее. Я уже давно на протяжении, вот как появилась продукция и чемодан такой замечательный Life Plus, этот продукт у нас на нашей кухне постоянно. Кстати, вот я хотела спросить, что у вас, у всех, вообще у вас на кухне стоит коктейль? Стоит пэк на самом видном месте, то есть там, где, ну, вот стоят ваши продукты, которые, я не знаю, там, ну, чай, кофе, да? Угу. Ну, Оля, Анатолий, конечно, я верю, что у вас это есть, вот. А у кого еще стоят эти продукты на кухне? На самом видном месте.
Надежда, замечательно, аплодисменты тебе. У Валентины, да, вот действительно, ну, есть такие люди, да, здорово, аплодисменты вам. Это очень важно, когда ваши знакомые, ваши близкие приходят и видят, что у вас, в общем-то, это продукт, который стоит на самом видном месте, там, где чай, кофе, ну, не знаю, что еще там, конфеты, да, вот подсказывает мне Петрович о том, что конфеты, да, ну, вот, да. Угу. Оль, переключи, пожалуйста, слайд. Ну, вообще, что еще хотелось мне сказать вам? О том, что, конечно же, каждый из нас выбирает разные физические нагрузки, да, каждый из нас, ну, в общем-то, цель нашего проекта не значит о том, что мы же не пойдем к каждому из вас, не поедем к каждому из вас смотреть, что вы сегодня готовили на ужин, или как вы завтракали, или какие пироги вы печете и так далее. Мы нормальные, обыкновенные люди, у которых действительно, ну, есть и мы хозяйки, мы печем, ну, пироги, мы, ну, опять же, мы не придерживаемся тех диет, жестких диет, когда люди садятся там, кушают одну гречку или там, я не знаю, что там, только овощи и так далее. Мы, ну, опять же, продукты могут быть вкусные, еда может быть вкусная, красивая, и она будет очень полезной. Поэтому здорово, Оля сегодня затронула этот вопрос, что мы, конечно же, будем делиться такими рецептами и так далее. Вот. Конечно, для нас сейчас физическая активность, она вот, ну, последнюю, наверное, неделю, это грибные прогулки. Вернее, тихая такая охота по утрам за грибами. Хочу сказать, что, ну, это наше хобби, это наше семейное, вот. И рыбалка, конечно, я, ну, у меня есть знакомые, которые ездят с мужьями, да, стоят с такими же удочками и ловят рыбу, даже, наверное, больше, чем мужья, вот. Но я не ловлю рыбу, хотя очень люблю и как бы смотреть и наблюдать, как супруг это делает, да, и сын. Но грибы – это наша общая страсть, вот, и... Как здорово утром вставать и в лесу проводить это время. Время проходит с пользой. И следующий слайд нам показывает о том, что я в свои 49 лет поменяла такую привычку и вообще даже не думала о том, что можно по утрам проходить 4 километра одной, в общем-то, ну, таким быстрым шагом, то есть я иду, ну, скандинавской ходьбой, иду в сторону озера, которое у нас есть рядом, и, знаете, у нас, ну, это такая, как бы у нас семейная шутка, да, потому что я иду скандинавской ходьбой, меня обгоняет мой супруг на автомобиле, вот, в это время он или бегает, или ловит рыбу, или и то, и другое, вот, а я за 35 минут дохожу до озера, и мы потом вместе, в общем-то, можем, ну, если погода соответствует и так далее, мы можем искупаться, вот, выпить коктейль, это именно там происходит завтрак, то есть в лесу, или на озере, или просто мы там, ну, куда-то уезжаем, вот, ну, но завтрак именно коктейлем проходит вот именно, ну, на природе, вот. Скажите, вообще, вот, вы бы, ну, как давно вы приглашали, например, своего супруга позавтракать на озере? Или там в лесу. Ну-ка, пишите. Или вас не посещали такие мысли? Угу. Вы знаете, у нас совсем скоро, ну, через сколько лет? Через год, да, через год у нас 30-летие совместной жизни. Вот. Нашему сыну уже 27 лет. И, знаете,
Могу сказать, что это добавляет романтики, это сближает, и я просто, ну, вам всем советую и хочу пожелать, чтобы, в общем-то, вы были, ну, чтобы у вас с супругом привычки, даже не привычки, а хобби, наверное, да, они могут быть не совсем одинаковые, но, в общем-то, чтобы вы были по духу, ну, похожи, чтобы вам это было интересно. Поверьте, что вот, ну, я испытываю от этого большой кайф, потому что семейный бизнес у нас, он недавно, и это очень здорово. И в нашей команде вообще я вижу, что это заразно, потому что к нам присоединяются семейные пары. Семейные пары, которые тоже за здоровый образ жизни. И я очень радуюсь за Ольгу и Анатолия, потому что вы такие молодые, энергичные, красивые. У вас жизненная позиция очень классная. И, конечно, я очень нам всем желаю, чтобы участники пятнических наших вебинаров, они утраивались, удесятерялись и, ну, еще там, да, вот умножались в геометрической прогрессии. Поэтому все в наших руках, мы будем обмениваться опытом. И если сегодня вам наша история была интересна, то можно нам поаплодировать. Да. Вот. И, угу. И, конечно же, я хочу еще раз поблагодарить, что у нас есть именно такой проект. И я верю, что в Беларуси вот именно проект «Wellness-прокачка» это дает нам очень большие возможности в качестве продвижения нашего бизнеса. А в первую очередь мы все должны рассматривать это, вот именно этот проект «Wellness-прокачку», что это возможность увеличения своего дохода, это отдыхи на лучших курортах мира, и это замечательные премии и бонусы от компании «Oriflame». Спасибо. Спасибо большое, Ирина Васильевна, Петр Петрович. Ну, мне кажется, здорово, и было по чату видно, что понравилась ваша история, и понравились ваши фотографии, и во многом берем пример, правда, ребят? Поэтому обязательно ставим и спасибо, и восклицательные знаки в знак признания, да, как аплодисменты. Вот, поэтому спасибо большое, что поделились своей историей. Мы потихонечку будем приглашать наших участников, чтобы они тоже не стеснялись, делились своими историями, на пару минут подключаться сюда к нам в вебинарной комнате, да? Ну и, друзья, если вы еще не в проекте, у кого есть желание, пожалуйста, пишите нам, будем добавлять вас в наш чат и будем сами вместе идти к намеченным целям. Все, всем до свидания, всем здоровья, удачи, ну и до встречи в следующую пятницу как минимум. Всем пока-пока!